Навесні Ужгород перетворюється на квітучий сад. На вулиці міста накочуються білорожеві хвилі квіту – черешин, магнолій, сакур, буску та каштанів. У ніч на 1 травня в Ужгороді заквічуються берізки. Але не всі, лише на окремих вулицях і біля особливих будинків. Дуба стовен леченьки кананером. У нас на Радванці щороку протягом багатьох років кожна дівчинка має травневе дерево. Цього року і 2 роки поспіль мені приносить дерево хлопець. Але поки я була ще маленька, мені приносив тато. Багатьом дівчаткам теж приносить тато дерево. Дерево вкрашають різнокольоровими кульками, бумагою різнокольоровою. І кожна дівчинка біля свого забору має травневе дерево. Хлопець знає, що потрібно приносити це, як я не знаю, може презент, я не знаю, це знак, що в домі є дівчинка, і у кожного мусить це бути вдома. О 12-й ночі ходять музиканти, заходять до кожного в дім, це як серенади вечірні, і грають музиканти. Час уже я, Роман Лаб із вас не сходить. Джаллю, молодий, Бог свідчить. Як ви? Традиція, вона не вмирає, вона продовжує, і це дуже добре. Хто ще не вийшов замуж у сім'ї, є дівчата, то ставлять такий символізичний, такий літополічка і березка, і на неї її прикрашають. У нас 2 дівчата є, вже 4 замужем, а 2 ще не є замужем. То ми ту традицію продовжуємо. Я знаю, що мої діти, коли мене вже не буде, вони теж будуть продовжувати цю традицію. Ну, ми ходили з хлопцями, тобто кожен хлопець, яку мав свою дівчину, ми збиралися із хлопцями і ходили, шукали ці дерева, купляли ці всі атрибути до них і прикрашали. Я приносив своїй дружині таке дерево, коли ми зустрічалися, так я приносив дерево, я ходив в ліс, шукав це дерево, купляв різнокольорові шарики і різнокольоровий папір і прикрашав, і приносив їй на руках своїй дружині. Він це бачить. Можете якусь пісню спіти циганською, яку виконують 1 мая, щоб ваш дух, друг вас підтримав? Дело в тому, що то, що ми на 1 мая виконуємо, це треба, щоб ці хлопці, з якими я завжди ходив по серенадам на 1 мая, це 30-го на 1-го, да? Ми завжди ходили і під окнами давали серенаду. Аккордеоніст уїхав, нету аккордеона, поїхав в Англію, скрипач, ще парень, саксофоніст у нас був, попозже приглашу, послухаєш його. Молодий парень. І
Ну, вообще эта традиция, это идет, знаешь как, у кого есть, каких народностей, каких национальностей. Я первый раз слышу, чтобы на 1 мая серенады ходили. Я понимаю, да, день трудящихся, там советские... Ну, мы все равно ходили, коммунисты даже радовались. Это было так вот, при Австро-Венгрии, когда еще была, у нас тут была такая площадь, там таксисты были вот на этих самых, знаешь, кучера. Вау, на лошадях. Не было машин. Вы еще помните вот эти времена? Я не помню, как мне рассказывали старые музыканты, как они ходили, вот, приглашали их. Вот, допустим, жених, да? Он, еще традиция такая, что вот берут березу, да? Вот молодые березы берут, ставят во двор девушки вот это. И украшают лентами, там, шариками. Вот как елку, но только не такие, а вот все вот такое вот с лент было, украшали. Ну и он заказывал музыканта. И музыканты приходили и играли девушки вот это. Он, правда, за это платил. Ну, понятное дело. Вначале вот, на поднос и все вот. Ну и вот так это. Ну потом уже до меня дошло, я уже научился играть. И меня приглашали вот эти старые музыканты. У нас был такой, старые музыканты были, я сейчас вот вспомню. Ну, наши цыгане, вот в Ужгороде знают, что был такой Яний Бачи, это дядя Женя. Вот. Был такой вот, ну, по-цыгански я скажу, Бару Яневс. Сразу Цикну Яневс, Шугар Ямил. Потом был такой Фрайтер Дюла, Калмуш, ну так далее. Были очень многие такие вот музыканты, очень хорошие музыканты были, правда. Они это, аккордеонисты прекрасные были. Там и технически мощные. Очень были такие, что, ну, я вот вспоминаю, и по мне вот это самое. Мурахи было. Да. Отличается ли 1 мая теперешнее и прошлое? Как было давно, как сейчас? Ну, конечно, нету музыкантов. Остались, что мы, двое нас, которые вот способны играть вот эту музыку, которую можем это. А так нету никого. Во-первых, аккомпанемента у нас нету. Не этот сам вот Ку-ку. Женя, Куку, у него такой вот фамилия Куку, псевдоним. Как Сталин, Ленин, а он Куку. Да. Ну и вот мы, он, но он уже тоже старый, больной, вот, бедный. Ну что делать? Нету. Молодежь уходит постепенно. Не хочет этого, да. Нету стимула у них, и они нету. Ну вот мы. Это же падение культурного уровня получается. У нас очень упало в Ужгороде. Очень вот упало. Это жалко, да. Да, у нас очень упало. И вот у меня внук учился, тоже не хочет играть вот на саксофоне. А на 1 мая какие инструменты сопровождают серенады? Ну, было раньше, я говорю тебе, скрипки были несколько там, контраскрипки эти, знаешь, которые компонировали, кларнеты были вот в этом. И контрабас с собой брали, да. Подушку дает просто. Да, контрабас вот такой. Ну, тут, правда, цимбалы с собой не брали, потому что их... Это как фоно, как пианино, куда его потащишь? Таскать не удобно. Да. Аккордеон наверняка. Да, аккордеон потом, да, как начали уже играть. Так, ну, были сильнейшие аккордеонисты у нас тоже. Этот был такой, был Ёшка у нас в Ужгороде, сильнейший аккордеонист. Вот с этими как раз братьями он играл, вот, с саксофонистами. Они вместе работали, вот, играли вместе. Хорошие аккордеоны. Ну, потом появились молодые люди. Эмил, тоже двое братья родных. Эмил, прекрасный аккордеонист нации. Прекрасно. Они на уровне, знаешь, каких аккордеонистов? А вот как этот Ян этот самый табачник, да? Ну, не хочу табачник, там у него есть свои тонкости, свои прекрасные. Ну, на таком уровне ребята у нас вот. Ну, вообще, красотища. Ну, все это позади. Нету. А что позади? Музыкантов. Нету музыкантов, нету кому идти вот играть.
Сейчас другое направление музыки там идет. Все вот такое шумное. Вот. И вместо того, чтобы попросить саксофонист сыграть, присылают аудиотрек или клип, посмотри, да. Ну да, по интернету смотрят себе там. Ну, я не знаю, это уже все замирает, вот эта традиция наша красивая. Вот, замирает. Я думаю, что если только мы еще воспитаем молодежь, чтобы это было продолжение. Ну да. Тяжело, нету молодежи. Не хочет молодежь. Этим делом заниматься, что мы занимались. Вакеренес поло Солодаво и Канадинас Чирланду Керан приговлаки для нас. Ну, а Аукаса Ширла. Я буду по-русски говорить. Вот. Аукаса Ширла. Башалагас Лаутара Тареблака. Akkor kanáket, mint gyanúan drogkerem, mert munkáján odé basavaszán át. Hát elég laka basavaj nasz, hanem az avri pre podnosis, pre tárcajci, o pijibe, o vóve. Ott basadjam oda kétszi dezs, de so pánc minúti. Basadjam a dine prige blaka, még amecskár az ott pali kérdjam, gyá az úr edekte basavaj. А сарпез вичина вола гиле кајто мен баша венес? Ну, то ше лека мари, но мане гиле баша вага звитка. Ше лека, саба е туѓане зима, шунѓела мен. Вареку, келел, гилевел, рувен, то джели са камен деко ромал, карин. На бојек федер пенато мен ге ромале камен у жарла зминди, у јовушка з небу шико. Пале радванка, ту мен миште не желен. А на диве, Perso Marius, tam je savre Roma, tam je ročalado, to vidíte, savre, to vás bachtale. No, Andrej Bach, Andrej Zor, tedy kam savre je pro Perso Marius, a my žel celou Beršov, kam bachtale zdravolis. Ja po rusky, ka mne prijechal môj druh z Kyjeva, ja očin rád, i kada krasivý praznik u nás 1. maja. Вот это, ja šťastlив vidieť его женой вот с Аленой. И желаю всем, кто нас видит, на этой программе, я им тоже прошу счастья, здоровья, процветания, чтобы красивые были все, как май месяц. 100%. Он действительно один из самых лучших. Давайте. Мир вашему дому. Ваша Рома. Тембахтало, Рома, здравия. Тембахтале. Тембахтале, о Рома. Тейм Бахталео Рома. Все, прекрасно. Тейм Бахталео Рома. Мне нравится. Hey!